Маша! Не пейте эту воду! Лев Николаевич! Я прошу вас, не пейте, не пейте! Лев Николаевич, почему вас так долго не было? Ну что, что? Да подождите вы, тихо! Идите отсюда, отстаньте, дайте поговорить человеку! Не мешайте, идите! Маша, с кем вы разговариваете? Да эти гномы меня достали, голова болит от них. Ах. Ну что, Лев Николаевич, как? Ах, гномы! Ну как дела, Лев Николаевич? Понятно. Сейчас увидишь. Что это? Понятно. Какой вы смешной, Лев Николаевич. Лев Николаевич, вы куда? Куда вы? Маша, пойдемте со мной. Пойдемте, пойдемте. Машенька! Нельзя эту воду пить! Почему? Я вам потом объясню. Ну, Лев Николаевич, я хочу пить! Руку! Нельзя! Лев Николаевич, вы мне объясните потом, а дайте мне сначала напиться! За мной, Маша! Лев Николаевич, ну почему? Я сказал, нельзя! Я пить хочу! Пойдемте, Маша! Так. Так, а здесь что такое? Маша, что вы делаете? Эту воду нельзя пить! Она отравлена! Что вы себе позволяете? Что вы себе позволяете? Почему вы не даете мне пить? Я пить хочу! Потому что эту воду пить нельзя! Почему? Она отравлена! Как вы не понимаете? Почему нельзя? Буратино же пьет! А? Какой Буратино? Ну вы что, не видите? Вон он же пьет! Воду! Нет там никакого Буратино, поверьте мне, Машенька! Да вот он носик в ручей опустил! А? Все понятно. Буратино пьет, потому что это древесный спирт, и он деревянный. Мы-то с вами деревянные, как вы не можете понять, Маша? Ну, пойдемте, у вас глюки. Какие? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдемте, я вам говорю. Вот сюда. Пустите меня, ну что? Держитесь, Буратино и мерещится. Да у вас глюки, самые обыкновенные глюки, Маша. Понимаете? Я хочу с Буратино.